Всем добрый субботний вечер. 6 сентября нашему любимому Юре Шатунову исполнилось бы 50 лет. Ни одно семейное застолье в нашей стране не обходится без седой ночи и белых роз. Наверное, каждый артист может мечтать о той народной любви, которая была у Юры Шатунова. И сегодня мы будем вспоминать Юру и петь его самые лучшие песни. А исполнять их будут те герои, о которых вы просили, чтобы они еще раз появились на центральном телевидении. И откроет наш вечер самый юный участник сегодняшней нашей программы. Это Илья Морев. Ему 15 лет. Он прилетел к нам из Магнитогорска, чтобы исполнить один из хитов Юры Шатунова. «Звездная ночь». Илья Морев.
Ну что скажет Кайметов, как тебе? Вспомнил самые добрые, самые теплые ощущения, которые только могут быть у человека, когда он на позитиве. Вот, большое тебе спасибо. Кстати, здорово. Я заметил, когда вышел, даже ножкой стал вот так пританцовывать, как Юра Шатунов. Да, очень, очень похож. Прекрасно, молодец, вообще молодец. Нет, молодец. Спел очень чисто, прямо спел очень здорово, прям, ну, да. Фактически один в один. Ты передал то, что этой песней передавал Юра. Вот эту энергетику, эту молодость, зажигательную, да, гармонию. Да, ты, да, молодец. А самое главное, посмотрите финал его, как он ушел. Да. Это было круто. И не растерялся так четко. Мы все подошли, и ты прям... Молодец! Молодец! Спасибо огромное. Но и нужно сказать, что Илье столько же лет, сколько было Юре, когда он начинал, поэтому да. Ты прилетел к нам из Магнитогорска. Да. Мне сказали, ты первый раз летел на самолете, первый раз в Москве. Да вообще. И как? Нормально, так завораживает. А чем тебе песни Юры близки? Слова добрые, душевные. Это от родителей пошло или ты сам нашел их? Ну, раньше, когда маленький был... Ты маленький. Часто большой. Ну, когда еще меньше был. Мама вместе с плеером мне ставила музыку, хиты 80-е. Первую песню слышал группу Modern Talking. Ямахат Ямасов. А потом, ну, как пошло. Юрий Шатунов услышал недавно, как бы, 9 лет. Но я думаю, что давай покажем всем зрителям твою историю, чтобы все понимали, насколько твоя жизнь похожа на жизнь Юры Шатунова. Это алмазная мозаика Шатунова. Ну, это он, когда еще в интернате был, подросток. Ему 16, а мне 15. Схожи немного. У него еще такие щечки, как ямочки. Некоторые говорят, похожи. Когда я был маленький, мне мама давала плеер, и я под музыку засыпал. Из 80-х. Там песни хорошие, со смыслом. Все знают то, что я люблю Юрия Шатунова. И вот мне дали те вещи, где он изображен. А вот еще календарь я сделал на 2024 год. Он еще такой в баре, это красивая фотография. У нас с Юрой похоже, как типа истории. Я в интернате сейчас нахожусь, и он был в интернате. Я поступил в 22-м году сюда. Мне было 14 лет. Ну, иногда снится, как будто я дома, а потом просыпаюсь, а я в интернате. Вот так вот. Я жил с мамой. Папу я не помню, осталась только фотография. Он умер. Мама как пить начала. Бывало такое, ну, когда кушать не было ничего. Решил сам зарабатывать. Как машины протирал, так. Даже игрушки свои продавал. Жалко было, но зато доход. Сначала не хотел сюда. Когда привезли, я плакал всю ночь. Я скучаю по ней. Вот она. Это моя мама. Она мне красивая. Мама, когда ко мне последний раз приезжала, она принесла мне свитер. Она сама вязала. Как будто она рядом по ней находится. Она оберегает меня. Вот. Такой мягенький. Ой, не холодно. Я тоже люблю вязать, вот как мама. У мамы скоро день рождения. Я придумаю что-нибудь там связать. Своими руками от души. И все равно я маму простил. Все-таки же мама это святое. Ну, мама хочет забрать, но пока денег нет, чтобы квартиру нормальную купить. Я иногда чувствую одиночество. В любом возрасте, там, даже взрослый человек все равно скучает, прям к ней хочет. Я крепко-крепко обнял, прям, прижал к себе. Я перессорился с дождем. Мы эту ссору переждем.
пройдет как ливень, это грусть. И я опять к тебе вернусь. Да. Послушай, но мне сказали, помимо того, что ты делаешь мозаикой вот эти портреты, помимо того, что ты вяжешь, ты, говорят, еще потрясающе готовишь. Да. И кем ты хочешь стать? Ну, хотел бы стать поваром, но не знаю, еще петь умею, все умею делать. Ну, повар — это мощная профессия, да, понимаешь? Будешь как раз ездить по всем ресторанам. А это что есть у тебя такое тут? Да, это вот игрушка моя, ну... А, я видел, ты ее обнимательная твоя, да? Как его зовут? Пушистик, как Пушок его называю. Я всегда сплю как талисман. Он очень на тебя похож. Такой же добрый и открытый, и с душой, и сердцем ко всему относящийся. Спасибо тебе. А это я сам шил, ну, у Лены Ивановны в интернате, да. Я тоже ходил пару лет. Я тоже ходила, и мне похоже была сама, да-да-да. Есть такой тигр, я делал маме на праздник, ага. У нас уроки тут, ну, были на трудах. Посерьезнее. Ты вырезал сам? Резьба по дереву мне. Учитель помогал. Но все равно, послушай. Воспитатель Владимир Акимович. А это я хочу вам сделать подарок. Спасибо огромное. Спасибо. Так, а у мамы день рождения когда? 9 ноября. Так, и что ты решил уже сделать что-то? Ну, я вообще не придумал, потом придумаю, что-нибудь свяжу, сошью. А по маме скучаешь? По маме, да, скучаю. Друзья, ну, хочу сказать, что... она знает, что ты поехал на центральное телевидение? Да, знаю, ты уже рассказывал. Да. Тем более, что мы встретились с ней, и она вот записала тебе видео поздравления. Давай посмотрим, внимание. Илюша, сынок, я тебя очень люблю. Держись. Не падай духом, крепись. Настанет тот день, когда я тебя заберу. Мы с Ильей уже 2 года не живем вместе. Был суд, их лишили родительских прав. В общем, ушат грязи вылили, как можно было. Ну, я считаю, что это просто черная зависть людей. Что я незаботливая, что там что-то там употребляла, там, как бы, ну, алкоголь, что зло употребляла. Ребенка забрали насильно, можно так сказать. Жизнь не изменишь. Я его очень люблю, очень. И скучаю по нему очень-очень. Все должно быть хорошо, обязательно. Да, все будет хорошо, поддерживаем. Что ты скажешь своей маме сегодня вот здесь? Давай, передадим ей. Я передаю маме свой привет. Как ее зовут? Светлана. Светлана Викторовна. Светлана Викторовна. Давай, держи. Так. Мам, я передаю тебе привет. Надеюсь, ты это увидишь. Конечно. Люблю тебя, скучаю по тебе. Взрослый такой, да, вообще? Ценю тебя. Молодец. Ты умный, крепкий, сильный. Молодец. Но хочу тебе сказать, что ты первый раз в Москве. Твоя мечта осуществилась, ты летел на самолете. Ты мечтаешь еще отправиться, я знаю, на какой-то концерт вместе сходить, куда посмотреть. Но на этот концерт или в театр должен пойти, конечно, не один. Ты должен пойти со своей мамой, потому что она приехала. И она сегодня здесь. Так что встречай свою маму, Светлану Викторовну. Вот она идет. Обалдеть. Она здесь. Так что вы сегодня вместе в Москве. Обалдеть. Ой, мамочки. Умните. Ну, вы даете. Мамочки. Что, нормально? Да. Кольцо приносите удачу. Да. Насыщенное. Спасибо тебе. Да. Я так рад. Давайте. Что там говоришь-то? Ну, общаюсь со всеми. А же как друзья. Ну что, у тебя здесь в коридоре-то встали? Здрасте, пойдемте. Расстроили меня. Вы видели выступление сына? Да. Какие эмоции у вас были, скажите, когда он на сцене? Его заметили, его талант. Ну, он спрашивал меня, когда он будет известен, когда поедет в Москву. Я говорю, скоро.
Я заметила, у вас одинаковые кольца на руках. Это да. Где? Я купила ему, подарила. Это священное кольцо. Там выгравировано. Спаси и сохрани. Дай Бог, чтобы вы разлучены, но чтобы вы были вместе. Угу. Еще знаете что? Мне тетя Оля, ну, у кого я сюда в гостях бываю, подарила мне вот такую вот футболку. Что-то, ну, белая, красивая. Я их всегда ношу. Мне, правда, сказали, носить только по праздникам. Сейчас во время рекламы ты можешь ее одеть и будешь сидеть уже в ней в следующем эпизоде. Будешь по праздникам. Сегодня праздник. А вы ровесница, Свет же, Юра Шатунова, так-то уж. Ну, да. Вот вы любите его творчество? Сын говорит, что у него в памяти детство, наушники, да. И вот песни, которые вы ставили. Он еще маленький в коляске лежал, даже еще и не ходил. У него маленький такой плеер был. Пока музыку слушает, я делаю дела свои домашние там. Ну, то есть это вы привили любовь, скажем так, к исполнителю и к творчеству? Ну, получается так. Ну что, споем? Давайте «Седую ночь». А белые розы не хочешь? Давай белые розы, у нас тут номер будет «Седая ночь». Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я и так хочу согреть тепло, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить до дома. Познакомить тебя с нашим гостем, который прилетел из Казахстана. Азамат Исенгазин сегодня с нами. И он сейчас исполнит суперхит Юры Шатунова «А лето цвета». Азамат, выходи. Возвращает радость ушедших лет. Как хорошо мне с тобою бывает, и пусть для других секрет. Волосы мне ты взъерошишь рукою, губами коснешься щеки и спросишь, как раньше, какого же цвета лето. Давайте вместе! А лето цвета неба, огромное и синее. А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета ивы, зеленое красивое. А лето цвета счастья, почти неуловимое. На первом свидании мы как-то стеснялись друг другу смотреть в глаза, а теплые волны о
чем-то шептались, и в небе смеялась луна. Пусть годы прошли, но мы давно вместе, и мне не забыть никогда. Спроси меня снова, какого же цвета лето? А лето света небо, огромное и синее. А лето света солнца, золотом расшитое. А лето света ивы, зеленое красивое. А лето света счастья, почти неуловимое. А лето света небо, огромное и синее. А лето света солнца, золотом расшитое. А лето света ивы, зеленое красивое. А лето света счастья, почти неуловимое. Спасибо. Автор песни. Да, автор песни присутствует с нами сегодня, друзья. Так приятно! Браво! Азамат, ну я знаю, что тебя называют казахским Юрой Шатуновым. Это верно, это точно. Очень почетное звание. Да. Ну ты познакомился с Юрой у нас на программе. Ты помнишь, какие впечатления, эти эмоции? Очень повезло, наверное, потому что приехал домой, когда мне многие говорили, мы на концерты попасть даже не могли к Юре Шатунову, а ты лично с ним знаком, это очень было, да, конечно. Везде узнавали, везде спрашивали, какой Юра, какой он. Я говорю, он простой вообще человек. То есть я подошел к нему, мы с ним познакомились, сфотографировались. 6 числа Юре исполнилось бы 50 лет, и если бы он был с нами, мы бы, конечно же, пели песню «С днем рождения». Давайте, мне кажется. Да. Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелую щечку, теплые стихотворения. Слезы счастья на глазах и удивление. Песня. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И слив как торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И слив как торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания. С днем рождения. Друзья, мы продолжим после рекламы отмечать 50 лет Юрию Шатунову. Вы увидите памятник, который был открыт несколько дней назад. Еще раз всем добрый субботний вечер. 6 сентября Юре Шатунову исполнилось бы 50 лет. Сегодня мы еще раз вспоминаем любимого артиста и исполняем его самые громкие песни. И сейчас я хочу пригласить Александра Егорова из Омска к нам, который исполнит еще один главный хит Юры Шатунова «Розовый вечер». Thank you.
заката кончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу, и лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Будут больше надо мной смеяться из твоего подъезда, пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться, уж лучше посмотреть спокойно сны. И розовый закат, и летний вечер вполне со мной согласны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо. И какой минуты жизни открыл для себя Юру Шатунова? Юру Шатунова я открыл с самого детства. Колонки нашего местного клуба были направлены на мой огород. Начиная с этого. Омская область. Омская область, Большеуковский район, село Большеуки. Каждые хиты, которые выходили у Юры, я их все уже знал. То есть это как бы новое. Кто-то просил повторить, они
как кассету на карандаш, покрутил и по новой. А лето цвета не из по новой. Все. Всем он запал вот глубоко в сердце. Ну и в среду тысячи людей приехали в Москву на открытие памятника Юре, который установлен на Троекуровском кладбище. Давайте посмотрим наш репортаж с церемонии открытия. Как много в словах искусственных фраз, как часто в глазах слезы. Я без слез не могу говорить. Всегда прихожу сюда на кладбище, приезжаю с Калининград, страшно. Все это вот сейчас смотришь, накрытый стоит, все трогательно. И волнуюсь, вот до сих пор трусит. Вот. Не верится, что его нет. Мне кажется, что он здесь где-то находится рядом с нами. О многом я мог тебе рассказать. Мне незачем лгать. Видишь, а там за окном идет листопад, за что ты его ненавидишь. Сам факт, что Юра превратился в памятник, вот это тяжело. А на самом деле он как при жизни дарил свет, и в памятнике это тоже есть. Вроде бы погост, но сюда приходишь, здесь такая энергетика. Или то, что вот всегда отходило от Юры, так вот и на этом месте. Мы сейчас будем не только цветы возлагать, приезжать, как это было вот целый год. Мы будем приезжать к Юре как в гости. Было очень много вопросов. Просили оставить крест и старую фотографию, намоленную, как мы говорим, да? Но то, что сделала эта девочка, это просто большой подарок всем поклонникам. Он живой, он реально живой. Какой-то чудак придумал любовь и сделал все так, что ей верят. Ну вот про эту девочку, про которую говорили в сюжете, это Виктория Тищенко, скульптор, она сегодня с нами. Здравствуйте, добрый вечер. Браво, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Нет слов просто. Да. А как семья выбрала вас? Расскажите, Вик. Был объявлен конкурс, вот, в котором приняло участие очень много скульпторов. Ну, практически сразу пришел вот образ Юры, каким он должен быть в памятнике. Ну, таким простым нашим парнем, который вот излучает невозможную просто энергетику, творчество которых отзывается вот во всех сердцах русского человека. Андрюш, как тебе памятник? Ты видел его вживую? Я был поражен, если честно. Вы очень талантливый человек, вы очень внимательный человек. Вы настолько правильно сделали даже постановку рук и ног, даже футболку, даже вот это движение. Этот палец даже, по-моему, на левой руке, которым он отсчитывал бит всегда. И даже здесь вы это сделали, вот этот палец указательный. То есть я был настолько поражен. И действительно, ну, оригинал это один в один, вы да. Молодец. Я такое первый раз вижу, если честно. А можно спросить у вас, а вы его слушали вообще, знали творчество, ну, конечно, интересовались? Ну, конечно. Ну, по сути, я на нем и выросла. Ну, как да? бы с самого детства я слышу его песни. Больше. Скажите, сделать бронзе душу, это... вы создавали этот памятник? Сколько ушло времени? Сколько до времени ушло? Примерно год. От идеи до памятника бронзового. Он высокий? Да, он полный высокий. Рост. Сам Юра 2,16. Но это такой размер. 2,16? Посмотрите, как вы его делали. Это бронза, правильно? Это глина. Это, вот гипса... это глина. После того, как я слепила его из глины, снимаются формы. И эти формы я уже отправляю в литейный цех, и где выливается уже бронза. Круто. Скажите, легко делалось? Был момент один, да, признаюсь, я, когда мы уже утвердили всю скульптуру, ну, как бы тело, осталось сделать портрет. И все вот как-то вот не то. Леплю, и все не то, не то. Приснился, что ли? Я говорю, как-то вот прихожу в мастерскую, уже все, руки опустились. Говорю, Юр, помоги. И получилось. Я не знаю, что это совпадение или все что, пошло. Но все пошло. Все так, как должно да. быть. А как тебе, памятник? Великолепно. Великолепно. Ты еще не был там, Илья? Нет, еще ни разу не был. Надо съездить обязательно.
Ну, отвезем обязательно тебя, конечно, покажем. Хотел бы белые розы положить. Ты хотел петь «Седую ночь». Я знаю, что Виктория тоже любит эту песню. И сейчас Евгений Бурневский исполнит главный хит Юры. «Седая ночь». Знаешь, седая
Слушайте, я такого не помню, чтобы было вот так на драйве. Вот поверьте. Это самая лучшая компания, самый лучший зал. Мне кажется, именно так нужно встречать день рождения Юрия. Илья, ты молодец такой, прошелся прям так. Да, по-взрослому. А, красавчик. То есть человек на сцене лет 20 работает. Молодец. Жень, ну я знаю, что ты увидел в эфире нашей программы Сергея Кузнецова и даже написал ему или позвонил. Позвонил, да. Мы созвонились с ним и даже хотели поработать. Мы поработали, но так ничего и не успели просто выпустить и оформить. Светлая память тоже, Сережа. И что он сказал тебе, какие-то вот, дал тебе советы? Он сказал, классно, пой, не останавливайся, только пой. Вот. А как вот ты отреагировал, молодой человек, вот на уход и Юры, и Кузи, и вот это. Это было очень сложно. Было очень сложно поверить в это. Ну, просто был шок. Ну, а сейчас я хочу, чтобы мы перенеслись на родину Юры Шатунова, в Оренбургскую область, село Савельевка, где мы встретились с его двоюродным братом, который показывает уникальные фотографии. Вот что вспоминает. Внимание. Я двоюродный брат Юрия Шатунова. Моя мама и Юрина мама – родные сестры. В этой деревне я остался один. Все родственники разъехались. Живу сам по себе. Конечно, вернуть бы то время, лет 40 назад бы. Считаю, все детство. Мы с ним как бы постоянно вместе были. Этот альбом я уже храню много-много лет. Это вот две фотографии. Это Юра маленький, это я маленький. Ну, здесь нам где-то по годику. Как говорится, два брата рядом. Все лето с Юркой здесь проводили, потому что бабуля у нас здесь жила. Побежим, на комбайнах покатаемся, на рыбалку сходим. У бабули дом небольшой был. Постоянно вдвоем спали. Перина большая была. Ее надо было взбить, чтобы она побольше была, массивная. После бани брык на нее, проваливаюсь, как в мешках спали. В этой деревне все Юру знают. Вот дом, где жил Юра с мамой. От этого дома уже практически ничего не осталось. Его переделали весь. Но тетя Вера рано умерла. Юра очень любил маму свою. Чтобы плохое про маму сказать, никогда я этих слов не слышал. Все в себе держал. Тяжело ему было, конечно, без родителей. Практически остался один. Отец родной не хотел его знать. Как здесь не будешь переживать? Это кладбище Савельевское. Все мои родственники здесь похоронены. Вот мама похоронена моя. Здесь Юрина мама похоронена. Мои родители посадили эту черемуху в тете Вере лет 30, может, поболее. Как похоронили, рядом так же и посадили. Раньше просто крест стоял здесь, потом Юра заказал памятник. Никто не ездил. Юрка вот, когда умер, начали люди сюда ехать. Поклонники приезжают, вот, цветов привезли. Ты, конечно, скучаешь. Как не скучать? Жалко, жалко, очень жалко. Я не верил. До самого последнего не верил. Да сейчас, знаешь как, вот даже его сейчас включаешь, сразу он перед глазами. Все. Похож, да? Очень похож. Вот этот прищур, шатуновский, вот этот, ямочки вот эти. Саш, ну у тебя синтезатор, может быть, давай, что споем сейчас? Да, я думаю, давайте споем одну из последних песен Юры Шатунова. Называется она «Пленник». Давайте вместе споем эту песню. Все надеясь и веря, еще по привычке, на пороге заснеженном в зимнюю полночь вдруг откроются двери не так, как обычно, и уже не во сне я увижу твой
взгляд и услышу твой голос. И упав на колени, забуду про гордость и прошлые ссоры. И холодная вьюга тебе то же самое скажет. Я как прежде твой пленник, но лишь на заборы не разрушить в обед, но тебе это в общем не важно. Я как прежде твой пленник, но лишь на заборы не разрушить в обед, но тебе это в общем не важно. После рекламы мы продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Всем добрый субботний вечер еще раз. 6 сентября народному кумиру Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. И сегодня мы вспоминаем Юру и поем его лучшие песни. Письмо в редакцию от Евгении Красновой. Здравствуйте, Андрей. Просим пригласить на вашу передачу Мадьяра Машарипова. Он отлично исполнит песню Юры Шатунова. Его голос очень похож. Он поет сейчас. Он находится в зоне СВО, сражается за нашу родину. У него даже есть ранение. Этот человек должен и может петь Юрины песни, нести в мир и добро, пока он жив. Ну что, Мадьяр Машарипов, друзья, сегодня с нами. Каждому свое. Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен, расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой. Проведенные в неволе годы вспоминать отныне не хочу. Каждому свое, сверчку шесток, так и не попавшему прощенье, всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. Прочь от каждодневной суеты и невыполненных в суе обещаний. Прочь от всех болезненных прощаний и от давящей внезапно пустоты. Прочь от этих серых пыльных стен, от всего, что стало неуютным. Верю я, он будет мне попутным. Долгожданный ветер перемен. Каждому свое, сверчку жесток, так и небо падшему прощенье, всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто
по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. Каждому свое, сверчку шесток, птахи небо падшему прощенье, всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. Привет, ты из Челябинской области. Я с Перми, но Челябинский у меня работа. И мне сказали, что вот эту песню, которую мы сейчас услышали, ты исполнял и для своих однополчан СВО. Да, как и где верно. Происходило, при каких обстоятельствах? В лагере, ну, там подготовительный лагерь, там полигоне, ну, уже там на СВО. Ну, вот и с парнями спели. Вот тогда кто-то из ребят снял. Давай посмотрим, внимание. Каждому свое, свечку шесток, так и небо падшему прощенье, всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. То есть такой вечер, да, все отдыхают или там между боевыми действиями? Это вот как раз, да, вечер, мы печку затапливали. Буржуйку. Да, да, да. У тебя сольный концерт, да? Такое ощущение, как будто бы Юра пришел в палатку и поет, да? Хочу сказать, что ваши судьбы с Юрой чем-то схожи. Мы побывали в гостях у ваших родителей в Пермской области. И вот что мы узнали. Песни Шатунова, они всегда со мной. Что в мирное время, что там, на передовой. Родную душу чувствую. На СВО я ушел в 22-м году. Шатунов мне приснился на позиции, когда сидели. Вот он пришел, просто за руку взял и все потащил. И как раз этот день не получил я ранения. С Юрой я пел всю жизнь. С самого детства. Схожие судьбы. Одиночество, нехватка материнской любви. Мне было 12 или 13 лет. Родители уехали на заработки. Я остался один. А дома холодно, там печка старая. Чуть-чуть затопил, там увидел мамину ночнушку, беру, значит, обнимаю. Ну и готовил, стирал сам, все сам делал. Всю жизнь так вот. Частично они появлялись и исчезали. Вот что. Они были, но их не было. На рынке я работал, таскал сумки. В то время давали за сумку 5-10 рублей. Этот плеер заработал сам. Рублей 400-500 он стоил, не помню точно. Что-то там пытается. Работает. Напиши, называется песня. И то снег. И рисует мороз силуэт на окне. Напиши мне хоть несколько строк. Ты наушники одел, музыку включил. И все, хорошо. Под песню обо всем забываю. Все изменилось на СВО. Мы были в Бахмуте. После ранения я понял, что дороже семьи, дороже близких, любимых. Ничего быть не может. И все обиды, все проблемы отпустил. В общем, оставил в прошлом. Это вот мой отец, мама. А это мой участок. Здесь идет стройка. Взял кредит и родителям помог. Начали они вот стройку. Он во всем нам помогает. Во всем. Он такой толковый был всегда. Мадияр сам не смог сидеть дома. Потерять его боюсь я. Потерять. Тогда это видео появилось.
Я каждый день 100 раз видела это. Думала, мы живем тепло, уютно, и он там. 2 раза ранения получил, приехал пока тут. Не знаем, что еще дальше будет. Страшно просто исчезнуть. Я еще ничего не сделал. Я еще ничего не успел. Я очень хочу быстрее закончить этот дом, чтобы все было хорошо и жили счастливо, долго. Мам, пусть осень и гром стучатся в наш дом. Со мной ты всегда. Мам, я бросил курить и ночи бродить, как помнишь тогда. То есть вот этот плеер, который ты сейчас показал, да? Он с тобой тоже такой, да, маленький талисман. Работает. Ключи работают? Нет, сейчас. Сейчас проверим. Батарейки, наверное. Ну, уже такой. Ну, репит. Это какой год, спрашивает Илья? Год 13-й, вот, по-моему. Играет. Ой, во-во-во. Но... Заиграл. Сказали, что ты был ранен, ты уже все прошел реабилитацию, восстановился. Как себя чувствуешь? Да, да. Быстро. Процесс проходит быстро. А куда ранение? В этот раз несколько. Ну, ожоги там, осколочные, и, ну, рука левая пробита. Ну, сквозная. Интересно, когда человек просто говорит, вот вроде бы не скажешь, как запел Юра, да? Да, вот, согласитесь, очень, как очень запели, похож. Молодец. Прям мурашки моментально. Молодец. Прям, спасибо прям вам прям вот есть тот шарм, который вот прям вот передаешь. Я помню, когда Юра эту песню записывал, ее при ней писали. Он очень переживал, он же написал и текст, музыку сам. Вот это да, его? Да, это очень хороший текст у песни. Я поразился, это абсолютно. Волновался очень сильно. Ну как, у нас такая была традиция, мы когда заканчивали какие-то песни, он всегда мне звонил и говорит, только камеру не отводи, и на лицо вот так мое, и он на мою реакцию всегда смотрел и включил. Я просто, я сидел в шоке. Я, во-первых, я не мог понять, кто написал, он же не говорил. И настолько я погрузился вот в этот текст, какое-то что-то такое, я понял, что у него на душе. И вот когда песня закончилась, и тишина, просто тишина, и он сидит на меня, смотрит такой, Дрюня, что? Я такой, ну это гениально, это Юра, я тебе открыл по-новому. А он такой, это, говорит, песняку я написал. И я говорю, а что ты раньше-то не писал? Да у меня, говорит, много всего. Я говорю, Юра, ты... А он говорит, ну вот сейчас я начну. Что споем, Мадьяр, за столом, давайте. И я под гитару песню его, Юрия Шатунова, тоже веселая. О, давай, хорошо. Давайте повеселим. Мне сегодня сон приснился, будто в прошлом очутился я. Та же лавочка у дома, нам до боли всем знакома. Я. Я под гитару прокатил горло. Еще накануне разученный хит наполнена тара за ваше здоровье, и только за нам оставлять не привык. Ну а сейчас на нашу сцену я хочу пригласить Ивана Гранкова, который исполнит очень добрый и узнаваемый хит Юры «Детство». Я на самом деле был очень поражен, когда узнал. Неожиданностью все это было. Ни разу мы не видели Юру с гармонией. И когда он первый раз... И у вас был на передаче с гармонией. Я был просто шокирован и очень приятно шокирован. Я думаю, все здесь, да? И, конечно, под гармонию давайте мы чуть-чуть, прям 2 секундочки. Песни Юры Шатунова мы споем от всей души, потому что эти песни очень хороши. Нас согреют, спору нет. Оседая ночи с детства, Шатунова шлет привет. Раньше слушали кассеты. У меня тоже, кстати, сохранилось. У меня тоже, кстати, есть. Мы врубим магнитофон. А сейчас споем про детство. Возьму ваш микрофон и споем всем, и станцуем всем столом. Пойдемте, пойдемте, встаем. А
Вообще, на самом деле, хотелось бы вот и Юре поклониться, вот, на самом деле. Спасибо ему большое за его творчество. Это такой душевный был человек. Он сам говорил, что нужно было отстрадать, наверное, чтобы вот стать тем, кем он стал. Вот у меня лично трагедия, да, потеря сына. И благодаря этому я здесь нахожусь. Детство, друзья, приглашаю всех вас на танцевальную площадку. Всем столом станцуем. Кто не знает эту песню, а? Все вместе споем. Детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой? А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Что, несмотря на Ванину трагедию, Ваня отец семерых детей, нам хочу напомнить, друзья. А ваша мама же работала в интернате, да?
Моя мама и отец работали в интернате, в сельском, где мы живем всю жизнь, проживаем. Она, ну, конечно, зажгли. Отец у меня учитель музыки. Вот, и мама, конечно, приводила вот всех, помню, детишек, своих учеников, воспитанников, приводила к нам домой, весь класс там, они все со мной дружили. Вот, если кто видит, привет. Поэтому история Ильи как бы тебе так знакома? Знаете, здесь многое зависит от воспитателя, да, и так же, как в жизни Юры Шатунова, Валентина Николаевна его приютила, да, взяла. И поддала ему первую путевку в жизни. Но хочу сказать, что у Юры, конечно, остались дети. И Денису 5 сентября исполнилось 17 лет. Да, и вот как Денис благодарит всех за поздравления. Давайте посмотрим. Всем привет. Спасибо за добрые пожелания, за теплые слова. Мне очень приятно. А еще я хочу вас поблагодарить за то, что вы держите память о папе. До встречи. И хочу вам сказать, что, конечно, вот трогательно, когда Юра был у нас на программе и поздравлял дочь с днем рождения, то у нее было у Стеллы. Вот домашние кадры, как девочка целует экран телевизора с папой. Посмотрите. Я хочу поздравить свою лапочку, свое солнышко, свое сокровище, Стеллку мою с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего. Никогда не сдаваться, никогда не опускать рук. Всегда держать себя на высоте. С днем рождения, лапа моя. Валер, ну, кстати, Стелла неплохо поет. Она даже знает русские народные песни. Посмотрите. Я просто знаю, что Юра из Оренбургской области, и где-то уже перед самым концом, как перед уходом, он был таким счастливым, потому что он купил себе гармошку. Гармошку такую профессиональную, не ту, которую... Ну, освоить ее да, вот, хотел. И он же выступал в программе здесь, у Андрея. Да, да, а вы болтали за кулисами, он тебе сказал, какая у него любимая народная песня? Ну, «Деревня моя, деревянная дальняя», да. Я с удовольствием. «Деревень, давай». Она мне низко будет. Давай в этом, ми бемоль. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя. Друзья, оставайтесь с нами. Еще раз добрый вечер. 6 сентября Юре Шатунову исполнилось бы 50 лет. И мы продолжаем в этой студии отмечать его день рождения и поем его песни. Сейчас я хочу пригласить на нашу сцену Александра Шато еще с одним хитом «Жизнь моя». Музыка и слова Андрея Картавцева. Автор здесь. Thank you.
судьбе несу свои кресты. Ночь за ночь, стаканчик водочки, уплывают вдаль счастья лодочки. Волосы покрыты инеем, вся любовь слезами вымыта. Выбор пал на жизнь каленую, карту взял уже крапленую. Огнем горит, что не так я сделал в этот раз? Жизнь моя напоминает шанс. Волосы покрыты инеем, вся на жизнь каленую, карту взял уже крапленую, крапленую. Волосы покрылись инеем, вся любовь слезами вымыта. Выбор пал на жизнь каленую, карту взял уже крапленую, крапленую. Спасибо за эту песню. Просто она вот за душу берет, когда Андрей, ее слушаешь. Андрей, можно мне сказать? Я... Да. Вам понравилось исполнение? Очень. Знаете, вот он сейчас пел, и я понял, что я, ну, не зря живу. На самом деле, я скажу, что для меня эта песня стала откровением. Я песню написал про своего отца, а когда Юра ее услышал, написал ее в 97-м году, эту песню. И он говорит, я, говорит, хочу ее спеть. Я говорю, Юра, ну, тут шансон, да. А здесь как бы, ну, Юра Шатунов. Он говорит, я спою, она про меня. Это моя. Я говорю, я про отца написал. Мы с отцом похожи, наверное. И вот он сделал 30 дублей, когда мы писали. Он психовал, но не получалось. Вот нужен как-то же энергетика. И вот он уже все, он такой весь на нервах. Потом говорит, подождите, ушел, закрылся. Говорит, никто ко мне не подходите, я сам. Ушел, через 10 минут приходит, слушайте. Мы включаем. Вот он. Но то, что я сегодня услышал, ну, это, скажем так, это более академическое такое пение. Да, да, да. Слушайте, я красавчик, серьезно. Можно и так, и так.
Так, а вы были на Троекуровском кладбище на могиле? Да, я был. Чуть раньше у меня годовщина ухода моего папы 4 сентября. И я как раз застал, когда памятник устанавливали. Увидев на памятнике автограф, вот, я решил его воплотить и сделать сам, повторить этот автограф в 3D, скажем так. Вот. Такая штука. Вот так. Я ее оставлю вам. И, ну, во-первых, хотелось бы, чтобы она была полезна для поклонников, а, возможно, музей. А давайте Илюше подарим. Давайте. 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 Спасибо. Это огромное. Да. Пускай это будет твоим талисманом. Да. А можно передать привет моему, ну, как сказать правильно, школе, интернат, семья. Передаю привет вам. Передаю воспитателям привет. Есть воспитатель Светлана Николаевна. У нее день рождения уже было тоже 6 сентября, ну как у Шатунова она тоже родилась, в 1973 году. То есть ей тоже 50 лет, да. Извините, да? Поэтому давайте поздравим твою учительницу с юбилеем. Днем рождения, Светлана Николаевна! Вот, кстати, вот каждый в чем-то находит смысл жизни. Хочу показать вам одного очень трогательного поклонника, который каждый день приезжает и убирает могилу Юры Шатунова. Я приезжаю к Юре каждый день в течение года, добираюсь на метро, больше часа уходит, но не приехать я не могу. Каждый день я провожу здесь 5-6 часов. Исключений нет никаких. Даже праздники провожу здесь с Юрой, в том числе и день рождения. Придя сюда, я, конечно, начинаю с замены воды. Затем начинаю перебирать цветы. Цветов несут очень много. Завявшие розы убираем. Хорошие расставляем в вазоны. Протираю тщательно портрет, чтобы ни грязи, ни пыли, ничего не было. Чтобы было чистенько. Несколько дней назад началась подготовка к памятнику. Поставили вот этот постамент гранитный. Его, кстати, тоже надо протирать. Ждем с нетерпением памятник. Семьи никогда не было и нет. Дома никто не ждет. А когда стал ухаживать за могилкой Юры, появился смысл в жизни. У нас с Юрой похожие судьбы, непростые. Я, как и он, тоже прошел детские дома. Не хватало больше всего родительской любви. Только человек, прошедший детские дома, поймет, насколько это больно. Поэтому Юра мне близок как человек, и песни его близки. Приходит много постоянных поклонников, которых я знаю, которые меня знают. Поговорим о жизни, вспомним Юру. Мы, когда сюда приходим, к Юре, Женя у нас всегда здесь. Женю все знают уже, он ухаживает. Он это делает и для Юры, и для себя, и для нас. Мы ему за это очень благодарны. Люди, те, которые не могут приехать, они даже просят Женю: «Женя, пожалуйста, передай Юре привет. Купи, пожалуйста, цветы от нас». Хорошо, что такой человек появился. Женечка, спасибо тебе за ту красоту, которую делаешь у Юры. Люди приезжают много. Были отовсюду. А Россия вся здесь была уже. Вся. От Дальнего Востока до Калининграда. Издалека? Я из Севастополя. Здорово. Я приехал специально к Юре. Песню Юрия Шатунова я услышал в детском доме. Я сам рос в детском доме тоже. И нам песни Юрия Шатунова включали с магнитофона целыми днями. Детский дом, мой приют, о тебе не поют. Но сердце ты мое тревожишь, никто тебя забыть не сможет. Слушай, ну вот посмотри, да, как у человека появляется, да, какой-то смысл в жизни, в его одиночестве. Вот
как говорил один из педагогов по актерскому мастерству в театральной академии, чтобы быть понятным, нужно быть искренним. И что идет от сердца, до сердца и доходит. Вот творчество Юрия – это один из немногих примеров, когда, ну, действительно, от мала до велика люди ценят этого человека, потому что он действительно был искренним и понятным. Мне всегда поражал его взгляд, вот этот вот, с которым он это делает. И что хочу заметить, все гости, которые сидят сегодня за столом, у всех что-то есть вот такое, вот именно вот этот светлый взгляд, благодаря которому порхаешь. И хочу сказать спасибо огромное всем гостям, потому что есть ощущение, что мы все немножко на крылышках. Спасибо вам большое. Андрей, а вот какой Юра тебе, не знаю, давал наказ как-то вот... Он часто кричал. Напутствия какие-то были от него? Что делал? Кричал. Кричал. Ну что ты тупишь, дрюня? Не, ну знаете, я... Ну было много моментов у нас всяких разных, и смешных, и с кота мы взвешивали персика. Вот у нас ободрал и учились делать стейки, мясо там, все там. Чего только не было. Был такой момент, это 1 февраля 2022 год. Это наша последняя встреча с Юрой. Когда Юра приезжал в Сибирь или в Омск, он всегда приезжал ко мне домой. Это было всегда. Вот. И я за ним приехал с работы. Он вышел с гостиницы, мы сели, приехали ко мне домой. Таня уже, моя жена, приготовила рульку. Потом такой сидит Дрюня, говорит, а давай фототься. Чтобы Шатунов предложил сфотографироваться сам. Он очень не любил фотографироваться. Мы делали селфи там и с женой и так далее. Он просил эту фотографию не показывать. Ты сейчас моложе выглядишь лет на 20. Здесь я весил 96 килограмм. Обалдеть. А сейчас 71. Это благодаря ему. И вот самое интересное, что самое было смешное. Мы вызвали такси. Время было 2 часа ночи. Мы сели в такси, а за рулем была девушка. Звали ее Люся. Вот. А получилось так, что Юра у него уже всегда бейсболки носил. Он сел так, ну, двинул, а сзади темно, и я сижу как в капюшоне. И она едет. И играет песня «Лето цвета». Ну, мы такие, Юра говорит, хорошая песня. Ой, да вы что? Это, говорит, это Юра, это мой любимый певец. А написал мой любимый певец тоже. Вы, он Амич, Андрей Картас, вы знаете? Я с ним, вот, за здрасте, знаете, вот. И вот она нам начинает. Потом он «Не люби мне душу» написал, включает песню. Вот, слушайте. И мы вот такие, так. Юрка сидит уже вот так. Ну, Шатунов, говорит, ну, тоже нормально, все, хорошо поет. Но наш тоже не уступает. И мы едем, Шатунов меня смотрит, он говорит, Андрюха. Я говорю, ну, я, Юр. В общем, мы доезжаем до гостиницы. Открывается дверь, мы выходим, а там так фонарь. И когда она нас увидела, такая, твою мать! Шатунов, Картас. То есть она была в глаза этого человека. Понимаете? И была еще такая ситуация. Счастье просто. Песня «Не ремня душу», она у меня знаковая песня. С нее начался мой творческий путь. Это Юра. Он говорит, Андрюха, говорит, попробуй, говорит, спеть сам. А потом я вспомнил, он говорит, тогда мне будет 50 лет, ему. Он говорит, разреши мне спеть «Не ремня душу». Я говорю, ну, да, Юр, не вопрос. Ну, давай. Я, мне саму интересно, как ты ее споешь. Вот. Но, к сожалению, так получилось. К сожалению. Поэтому сегодня за того парня. Давай, не рви мне душу! Поехали, давайте, давайте, давайте. Встаем. Не будем сидеть. Поехали. Потанцуем. Маленько, уже затекли бы ваши ножки, попки, давайте. Как часто люди говорят, что все вернется и с лихвой, и то, что стало не в попад, он называется судьбой. Я забавляясь не играл, а ты упорно шла на нет. Я потихоньку все терял, как мотылек, летя на свет. Не рви мне душу, наливай и ничего не говори. Моя душа попала в рай, я буду пьяным до зари. Не рви мне душу, наливай.
моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари, в плену твоих красивых слов. Я наслаждался каждый раз. На самом деле не любовь, а просто страсть держала нас. Какая грустная игра, не сосчитать сейчас потерь. Но почему-то без тебя мне очень плохо, верь, не верь. Не рви мне душу, наливай и ничего не говори. Моя душа попала в рай, я буду пьяным до зари, я буду пьяным до зари. Спасибо большое. И ничего не говори, моя душа попала в рай, я буду пьяным до зари. Верни мне душу, наливай и ничего не говори. Моя душа попала в рай, я буду пьяным до зари. Пошла, родимая. Андрей, в эфире 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 50 лет. И хотя его нет с нами, сегодня мы все знаем, что он продолжает жить в своих песнях, которые мы сегодня вспоминаем и исполняем. И прямо сейчас на сцене наш гость из Казани Равиль Галимов исполнит песню «Медленно уходит осень». От дождя устали очень, и трава
скажи, какое у тебя первое воспоминание про Юру Шатунова? Мы работали, то есть мы. Я с отцом часто ходил на работу, на стройку. У меня отец работал на стройке. И, соответственно, там везде играла музыка Юры Шатунова. Ну, в те годы мне было лет, наверное, 12. То есть я не работал, я помогал, наблюдал. Там песни постоянно звучали. Месяц июль. Вот до сих пор в голове она как бы уже сколько лет. А что за фотография у вас? Москва, 2004 год. Вышел альбом «Если хочешь, не бойся». Я сходил, купил плеер, ну и диск, соответственно, Юры Шатунова. Там мне лет сколько? То есть ты с этим диском на память фотографировался? Да, сфотографировался. У меня диск в руках. Кай, а как вам сегодняшняя передача и вот поклонники, фанаты? Я сижу и получаю огромнейшее удовольствие. Во-первых, огромное количество талантливых творческих людей здесь сегодня собралось. И я очень рад, что свою лепту внес... Конечно же, в это Юра, его песни. Мы с ним отработали огромное количество концертов. Это было, наверное, по 2-3 в день. По Германии колесили в одном автобусе. И это было на протяжении 3 месяцев. Он очень комфортен вот, чисто в своих человеческих качествах. И с ним очень удобно находиться, может быть, даже в каком-то закрытом пространстве. Потому что ну, всегда будет о чем поговорить. Всегда будет что-то воодушевлять от него. Он очень позитивен и очень сильно заряжал всегда этим окружающим. Пространство. Юра, ты замечательный, ты клевый, ты собрал сегодня офигенное здесь количество добрых, позитивных людей, таких как ты. Сегодня здесь спели замечательные песни. Мы тебя все любим и будем любить всегда. А ты узнал Кометова? Да, я узнал, если песни слушаю. Да он же возле меня кругами ходил. Конечно, конечно. Ну, можно я расскажу? Конечно. Я была просто вот, ну, невероятной вообще фанаткой. 12-13 лет эти «Белые розы», конечно, свели меня с ума. Я, значит, как вот и вы ходила в кружок этой «Мягкой игрушки». Я помню, тогда вот «Цветы» я не помню, а вот «Мягкие игрушки» тогда все вот, кидали на сцену. Да, я сшила эту игрушку. Приехала тетя ко мне из Самары, потому что мама моя такой не... И мы купили билеты в Олимпийский, приехали и сидели мы где-то... Ну, это были вот такие вот какие-то фигурки, но я была так счастлива. Я кидала этого мишку, конечно, он не долетел, но я просто это на всю жизнь запомнила. А всем Гордиенко, друзья, хочу пригласить на сцену с песней про белые розы, кстати. Белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, там.
поседая, никак не отпускает меня. Эти белые розы, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, и снова ночь седая, никак не отпускает. Ночь седая, никак не отпускает меня. Эти белые розы, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, и снова ночь седая, никак не отпускает. Он работает хоть? Таких батареек уже не существует. Не работает он уже. Я знаю, что вы всегда мечтали быть на концерте у Юры, но так и не получилось, да? Не получилось, да. Один раз родила, второй раз болела. Ну и болела тяжело, поэтому, естественно, ну, не могла туда поехать. Вы знаете, когда вот Матер выступал, как он выступал, я видела Юру. Вот эти ямочки, девочки, скажите. Эти ямочки, это все. Это вот... Я смотрела, и вот с таким прям восхищением я вот я видела. Я просто хотела видеть Юру, я вот... Спасибо вам огромное. И потом, когда я выставила о том, что вот ушел Юра, и знают мои подписчики тоже, как я отношусь к этому, мне стали писать много. Я ей говорю, давайте, может, соберемся. Соберемся с вами и сделаем что-то похожее. Но у нас нельзя делать так. Это надо идти в администрацию, у нас Акимат называется, просить. Но меня Бог наградил, слава Богу, характером папиным. Mm-hmm. Я продвижной человек. Проливным. Да. Я пошла в Акимат, и я рада, что у нас один из первых концертов прошел официальных с разрешения Акимат, администрации. Знаете, сколько людей собралось? Как люди пели! Не знаю, вы узнали или нет, певец Милен сегодня у нас в гостях. Тоже настоящий поклонник Юры Шатунова. Тоже автор его многих песен. Первая встреча с ним. Запомнилась тебе? Первая самая встреча? Ну, это, наверное, в Белгород он приехал, когда мы уже писали, помнишь, Андрюш, да? Конечно, помню. Первый альбом «Я верю». «Я верю», да. Я его встретил, мне казалось, я его знал уже давным-давно. Такое впечатление, мы вчера с ним там футбол гоняли или там, не знаю, ну, очень близки. Он умел души сошлись как-то, по одной клее пошли дальше. Он был очень простой, очень открытый. Ну, человек из народа, какой человек? Любой человек из народа, он будет, естественно, самым простым. Он начинал разговаривать. И в общении, и во всем. Без исключения во всем. Ну что, ты исполнишь сегодня вашу первую композицию? Да, я исполню ту песню, которая называлась «Кумир». Переименовали потом ее песню «От белых роз». Я посвящал эту песню непосредственно для Юрия. И был у меня вопрос к нему такой вот. Юр, а как ты собираешься петь песню? Песня ведь о тебе. Эту песню должен быть петь человек просто со стороны. О тебе петь. Мы сделаем все как нужно. Убираем третий куплет. Делим припев на две части. И песня приобретает совершенно другой оттенок. И она получается просто гимном всем вам, поклонникам творчества незаменимого, легендарного Юрия Шатунова. Ну, давай. Поем и танцуем все со мной. Поехали! Ближе, ближе ко мне, подтягивайтесь. Друзья, товарищи, ко мне. Ох! Мечтой.
выше, еще выше. Спасибо тебе огромное, Юрий Васильевич! Мы помним, любим тебя! И всегда ты останешься в наших сердцах незаменимым артистом с ямочками, голубыми глазами. Спасибо огромное! Мы сейчас споем вместе, дружно, громко, еще раз вместе, со мною! 3, 4! От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Синий глаз его краса затуманила глаза. От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Остается лишь мечтать, до концерта не считать. От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Спасибо! Давай, ты прощаешься, говори. Береги себя и своих близких. Берегите себя и своих близких. Юра Форева! Спасибо огромное, что были с нами.